теперь эти ребята полноправные граждане страны и несут ответственность, в том числе за будущее государства. Получение паспорта – это первый шаг в самостоятельную жизнь. Вручая паспорта, я хочу, чтобы каждый из вас для себя понимал, чем он будет дальше заниматься в жизни. Что приобретет, какие знания, по какому пути пойдет. Потому что чем раньше вы определитесь с тем, какой вектор развития вы выберете, тем раньше у вас будут определенные успехи, потому что когда вы занимаетесь тем, что любите, тем, что вам нравится, вы точно придете к успеху. Вручение паспорта в торжественной обстановке позволяет молодым людям и всем присутствующим почувствовать значимость данного события. Паспорт – это, конечно, дает возможность для большого шага во взрослую жизнь. И с паспортом ты можешь поступить на работу, можешь также подрабатывать. Ну, и он тебе пригодится вообще во взрослой жизни. Паспорт – это такой обязательный предмет для каждого человека. Паспорт для меня – это очень маленькое, но очень важное и волнительное событие для моей настоящей и дальнейшей жизни. Думаю, в будущем он мне очень сильно пригодится. Многие ребята признаются, что паспорт дает им возможность попробовать себя в профессии, с которой, возможно, свяжет свое будущее. Обладательница самого главного документа Эмилия Новикова занимается современными танцами и планирует поступать в хореографическое училище, а в дальнейшем преподавать. Это очень важное событие, получение паспорта, тем более в такой торжественной обстановке. Я думаю, это запомнится на всю жизнь. На торжественную церемонию пришли родители, юноши и девушек, чтобы поддержать ребят. Волнительный шаг. Очень приятно видеть таких уже взрослых детей. Понимаешь, что паспорт дает новые возможности, что теперь уже ответственные должны быть наши детки. Ну и удивительно, насколько быстро прошло это время, что уже 14 лет, уже такие большие. Поэтому это очень приятно в такой обстановке получить паспорт. Такие мероприятия в администрации муниципалитета проходят раз в месяц и позволяют участникам надолго запомнить это важное событие. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.